Нету зеленого чая. Кофе? Кофе тогда? Я уже понял. Кофе можно пить. Тоже спорно. То я уже понял, что кофе тут тоже плохо. Ничего, ничего не подарю. Интересная такая штука. У меня вчера ездили, когда стоит 2-2, один женщина. Вот у меня около рецепта. У меня с этого, смотря такие вот на рецепт. Сейчас. Которые нормальные вещи. Если нормально, но если хотите, если хотите, если хотите, пельмени. Давай. Да. Пельмени. Это вещи, дорогие. Дорогие, да? Мама говорит, я могу ее с Акьярой. Она вообще-то списывалась с нет, если, например, понятно, что она прилетает вечером, уже не приехала до вечера. Нет, она мне писала последний раз, что она как бы списывалась с Александром, что она 12-го вызвать меня только не забыла. У меня, кстати, есть ее телефон. Будем посмотреть. Первую сейчас мы поедем, которая дальнее место. Дальнее место, это значит 20 километров отсюда, ехать примерно 40 минут. Сейчас это зависит от дороги, какая там ситуация. И сейчас я хочу сказать вам, что вам надо понимать все по ситуации, хорошо? По ситуации это слово, которое нам нельзя забыть. Дворец открыто, дворец это музей сейчас. Мы вчера пошли, да. До 3 часов. А еще вторник, после вторника будет среда. Среда будет закрыта. Понимаете, да? Вот эта улица, поэтому надевайте королевство, улица Королевская. Понимаете, да? Вот у нас есть правило делать экскурсии. У нас, когда мы едем, расскажем отца последнего короля, это вот это. Это улица Королевская, это такая большая и улица, и популярная, и тесная. А поезда у вас будет? Нормально. Поезда?
Нет. Он говорит, что только автовокзал у тебя дальше самое. Залолетый автовокзал, да. Потом это посмотрите, вот туризм борт написано. Это Министерство туризма, есть департамент туризма. Департамент туризма, который делает рекламу в России, в Америке, в, на границе, короче. Делает рекламу и приведет туристы. И дает нам работу. Это вот департамент туризма. Хорошо? Там есть и статуя Борис Лисаневич. Кто-то слышал про Борис Лисаневич? Нет? Это первый русский человек, который приехал в Непаль и открыл дорогу для туристов. Понимаете, да? Это бедный квартал, наверное. Я понимаю, это еще бы. Ну да, это очень бедный квартал. Судя по крыше. Вчера на машине ехал, поудобнее было, я тоже снимал очень много. Да, и посмотрите, вот здесь это человек, который непальским флагом и статуя, да? Это я вам расскажу, только вы помните теперь, сейчас. И там это Белые ворота и Белый дворец, это офис премьер-министра, центральное правительство Непала. Офис премьер-министра, центральное правительство Непала, называется Сингхдурбар. 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 Как вы это назвали, тут я расскажу. И здесь налево-направо все есть государственные здания. Вот это государственный один большой банк. Здесь государственная фирма и страховка. Текстиль в Непале есть. В Непале делают ковер, очень хороший шерстяной ковер. Не шелковый, шерстяной ковер делают, который отправляют. Интересно, вот, да? Счета, здание хорошее. По-английски говорят, понимаете? По-английски есть work, это работа. Есть работа, потом есть работник. Понимаете, да? Но это один раз делает, я тоже самое работаю. Это называется, есть work, workmanship. Work есть, и men есть, которые work делают, и есть workmanship. Workmanship это работа, работа, как работает. Понимаете? Workmanship есть разные у каждого человека. Есть разные гид тоже. Понимаете, рассказать вот так. По-другому. Но надо испортить. Если не понимаете, и спокойно и спать, и потом говорить, мы гиду ничего не понимали, и гид был такой, который нам не нужен был, а то это хорошо. У меня были клиенты такие, понимаете, из Британии. Из Британии. Понимаете, да? И что получилось, потом я узнал, что у нее ухо не работает. Здание парламента. Около $200. Реально можно жить? Нет, я взял. Коммунальная. Ну, понимаете, это нужно, что коммунальная квартира. Коммунальная квартира. Рожали 3, 4, 5, 6, понимаете, да? Я дам вам, например, вот и скажу. У меня, у мамы есть 10, 9 сестры и 3 брата. Прикольно. Не догадайтесь, сколько.
один поколение, ну, два поколения. Моя мама, пока еще ее мама рожала. У моей мамы три сына. Сейчас географию расскажу. География Непала. Слушайте, география Непала. Непал находится в Восточной Азии, тоже надевайся, Южная Азия тоже надевайся, Юго-Восточная Азия, короче. Юго-Восточная Азия находится Непал, да? И Непал находится между двумя гигантами и странами, это Индия и Китай. Китай на севере и Индия на юг, запад и востоке. Добивайте. Контрольный выстрел. Прописывайте здесь. Говорят так, что американцы, но мы точно не знаем, кто. Там надевали ханпа. Ханпа есть такие группы людей, которые...